Здарова, ребят, с вами Самарима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Кенши. Мы продолжаем путешествовать. Ну, голый чел, помните вот это вот прохождение? Я его переименовал. Теперь это Санни, это самый главный герой. Мы его с вами прокачали в атаку 77, у ворот 78. Боевое искусство, конечно, местами тоже нет-нет прокачиваю. И у нас есть теперь новые ребятюли, которых я нашел на стриме, в прошлом стриме, когда мы стримили где-то недели две назад. В общем, это у нас Холтон, это Шек. Она, он, я уже не помню. Она, это она, да. Ее зовут Холтон. Вот, она, правда, всегда сидит на картах и держит бандита, потому что я ее потихонечку прокачу по ходу дела, пока мы путешествуем. Мы ее прокачиваем в силу. Сила прокачивается в 50%, когда ходит, тащит что-то интересное, тяжелое. Плюс у нее самое тяжелое оружие, это падающее солнце, но низкого качества, к сожалению. Рано или поздно мы, наверное, уже будем основывать базу, надеюсь. 186 день игры. Я знаю, что это очень долго. В таких, ну, как бы, за такой период можно было и несколько сотен базу перехерачить, кстати. Это же клан. От чьих рук погиб Гарри? Вот мне нравится эта игра. Здесь очень прикольное общение. И что, он сваливает от нас, что ли? Он хотел свалить от нас, да? Бип! Это Бип! Помните Бипа? Самого слабого, который всегда жаловался, что его выгнали, что он бесполезный, никчемный и все такое. Теперь Бип. Жесткий тоже. Атака 68, конечно, не такой прям пипец, как жесткий. Правда, сила у него качается очень медленно, так как у него расовый бонус на 20% меньше качается. Ну, ладно. В принципе, и силу мы можем тоже вкачать. Кстати, давайте позалутаем его. Чего бы не залутать этого чувака? Залутать чувака — это очень классно. Вообще, вы... О, да ладно, у меня еще яйцо клюквастой твари. Блин, еле выговорил. Которых мы зачистили, помню, в прошлом стриме. Мы зачищали гнезда. Знаете, куда я иду? Я хочу подойти в деревню Берсерков. Там, вроде бы, говорят, есть... чувиха, либо чувак, я не помню, мы делали эту миссию или не делали, за голову, которую могут нам в шаке выдать всего лишь 10 тысяч кредитов. Ну, надеюсь, мы не делали. И по ходу дела посмотрим, будем путешествовать, прокачиваться. И я думаю, в нашей серии мы с вами еще дойдем до острова людоедов. Ну, я имею в виду место, где есть людоеды. Там можно очень хорошо вкачаться. Но, с другой стороны, там очень опасно. Нас могут просто тупо похитить и сожрать живьем. Поэтому надеваем шлемы, всем будет очень интересно. Поехали. Я только что начал отходить. До меня докопался голодный бандит. Говорит, а дай еду. Либо ты уйдешь домой, говорит. Давай с Саней с ним пообщаемся. Бросай оружие и отдавай каты. Кат — это деньги. Да ты же полумертвым. В активном состоянии меня не ограбить. Так, в таком состоянии давай нападем на него. Мы их сейчас, наверное, херанем. Вот так вот, бычара просто дает урон. И смотрите, ребята, каждая плюшка 241. Это просто жесть. Блин, я очки забыл, они у меня в машине остались. В очках плохо вижу. Прикинь, минус 2 у меня, ребята. Это от компьютера. Надо меньше, меньше, меньше за компьютером сидеть. Римас, зрение потерял от компьютера. Так, кто за кем следит, я так и не пойму. Спасти, найти Холтон. Вот, Холтона мы можем взять, и все автоматически будут за нами идти. Да, прекрасно, все хорошо, погнали. Вы знаете, да, что игра Кенши, она разрабатывается, вторая часть разрабатывается. То есть следующая часть, я ее очень жду, но пока что, к сожалению, мало информации о ней. Поэтому мы с вами играем пока что в первую часть, которая недавно вышла, она очень долго разрабатывалась. Одним человеком, бывшим охранником. И у него это очень хорошо получилось, потому что я люблю открытый мир. Бесшовный мир, открытый мир, где все происходит даже без твоего участия. Ты просто втираешься в этот мир. Смотрите, до нас по ходу дела что-то копались. Автоматически все друг друга перевязали и идем дальше. Вот так вот, видите, смотрите. То есть, Холтон идет, я контролирую Холтон. Вот, а остальное, кстати, мы можем еще и мимо стопки пройти. Мимо стопки пройти, там чуть-чуть как бы мародерством позаниматься. Хотя нет, мне кажется, нам еще рано, потому что все вот эти вот у нас прокачаны только Санни и Бип. Остальные так себе. Кстати, я вас забыл познакомить с Линдой. Линда тоже. Я ее качаю в катану и Чика. Ну, у Чики я не знаю, что ей лучше дать. Нам надо их хорошечно одеть. И, конечно же, бычара. Тот самый бычара, с которого мы начинали. Помните, у него атака 75.
Боевое искусство 72, сила так себе, вот крепость и ловкость очень хорошечная. Вот. Погнали к людоедам. Так, походу у нас намечается драка, здесь пыльные бандиты, они по-любому атакуют нас. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Не, смотрите, они атаковали все-таки. Молодцы, давай, Сани, вперед. Промазал, Сани, ты что? Ну, сейчас бычара всех херонит, смотрите. Хопа, пошла мазуть, там даже конечности кое-какие оторванные я вижу. Вот так вот, даже Холтон умудрилась дать плюху. Это очень хорошо. Кстати, вы знаете, да, кто недавно начал меня смотреть, я играю Кенчи, кто не знает Кенчи, то есть каждый персонаж получает несколько видов урона. То есть это потеря крови, урон в голову, в живот, в грудь, левая рука, правая рука, левая нога, правая нога и голод. Конечно, если персонаж будет голодать, он тоже помрет. Вот смотрите, вот мы херанули. Ой-ой-ой-ой-ой, этот бандит уже мертвый. Смотрите, он в живот получил хорошечный урон. И почему он полз? Потому что у него левая, а правая нога была сильно повреждена. Вот такой урон хотелось бы во многих играх посмотреть, дорогие друзья. Ну, к сожалению, не везде, не всегда делает хорошие игры. Я даже вот Mountain Blade жду, я надеюсь, я, ну, как бы надеялся, что там будет примерно такая система, что, например, если тебе в ногу, даже стрела, да, ты все, ты упал. Вот, это было бы намного реалистичнее, намного интереснее. Ты уже начинаешь потихонечку ценить все, что происходит. Нас опять атакуют сзади. Голодные бандиты, они что-то все какие-то бессмертные. Хотелось бы, чтобы в этой игре еще была... Ну, как сказать, вот идет бугай, а ты такой, да, дохляк, голодный, ну, чувак, да, какой-то. И ты думаешь, не, я до него не... Хотя, блин, голод такая штука, что просто лучше умереть от этого бугая, чем от голода. Вот, не дай бог нам всем, ребята, вам всем не испытывать в нашей жизни голодание, голод и все такое. Чтобы все было у нас в домах хорошо, чтобы счастье было, здоровье самое главное, да, и не болеть. Вот. Ну и побольше бабла, да? Посмотрите, кто тут. А, это кочевники идут. Вот там. Погнали дальше. Ну что ж, нас атаковали. Опять эти самые твари. Дело в том, что... Возможно, мы не затащим катку. А, и еще, смотрите, я здесь нахожусь. Улей. Я никого не вижу. Они, по всей видимости, всех сожрали. Вот чувак стоит в критическом состоянии. Гребаный насос. А этого... Этого вообще сожрали. Солдата, смотрите, руки, ноги, все. Все сожрали. Не знаю, сейчас... Не знаю, если мы не сможем отбиться, то... Нам пипец, ребята. Бип. Тащи катку, тащи, братан, тащи. Тащи. А, вот еще здесь солдат. Трутень появился. Ну, он за нас, конечно же. Что-то их очень много, этих тварей, я вам скажу. Волчье логово зачищено, что? Давай, братуха, зачищай, зачищай. Так, Сани справляется. Бип в грудак получил у нас как раз. У нас проснулась Чика с большими буферами. Тоже, кстати, да, ничего ж не такие буфера, смотрите, у него. Аж пивасе туши. Так, все, затащили катку. Теперь нам надо их всех залутать. Бип. Эй, сука. Бипку еб. Так. О, проснулся. А вот они, кстати, солдаты проснулись тоже. Превосходно. Так, Холтон, давай-ка ты, наверное, полутаешь их немного. Я, кстати, меди, смотрите, сколько накопал. Это очень хорошая ячина. Чтобы, ну, тяжесть была. Вообще железо надо. Железо еще тяжелее. Кто у нас еще с рюкзаком? Линда. Линда с рюкзаком. Ну, у нее рюкзак не стакается, да? Так, вот. Бипу. Бипу надо все мясо. А, у нее тоже полное, да, рюкзак? Янтель хреново. Янтель очень хреново. Так, а этот? Так, ну здесь, в принципе, нормально. Берем мясо. Лутаем их, короче, всех. Добивай. Ну, я вам скажу, Сани очень хорошо отбивается. Очень хорошо отбивается. Кстати, он не тот меч взял. Ребята, он не тот меч взял. Так, Бырыш тоже. А, он здесь не вмещается, да? Ладно, дадим Бипу пока. Вот так вот.
Вот этот меч надо брать. Я-то думаю, что не так долго-то? Так, лутаем. Мясо и огнирующее мясо не будем лутать, потому что, в принципе, у бучары его полно. Он с голода не помрет. Хорошо, хорошо. Вот эти... О, там тварь внутри, смотрите. Домик занял. Я в домике, говорит. Так. Тащи, тащи, катку, Санни, тащи. Тащи, у тебя перегруз 12. Да, вот прокачка. А вот если мы у него же оружие заберем, у Санни, подождите. Сделаем так. Так, так, он руками сможет сделать? У него, кстати, дебаф, то что... Вот так вот, нифига себе, вертушку такую хорошайчную сделал. Прекрасную хорошайчную. Я иногда, да, ему боевое искусство качаю. Ну, у него 18 всего лишь, минус 40 за обуза и снаряжение. Ну, тоже нормально. Так, лутаем по одному мясу у всех, чтобы они не просыпались. Ну, можно, в принципе, все забрать. Прекрасно. И мы сейчас, наверное... Торгаша найдем, если он живой. Продадим все лишнее, да? Так, вот это вот здесь. Это здесь. Чтобы они не просыпались, а то они просыпаются, опять начинаются проблемы. Это здесь. И когда ты забираешь мясо хоть по одному, все, они умирают. Этот пустой. Умирает. Видите, умирает. Забрал мясо. Мертво. Все, он не проснется. Хорошо. Я все добраться до этих... Людоедов не могу. Вот, тот. Нифига он этот. Один урон получаем. По одному урону, ребята. Интересно, когда он урон получает. У ворот прокачивается. Да, прокачивается у ворот. Давай, Саня. Сделай одну тычку. Опа! Сделал тычку. Превосходно. Тычку, тычку. Оп, оп. 40%. Боевое искусство 40%. 51. Уже 51%, ребята. Видите? Когда у него большие обузы и большие дебафы, то у него прокачивается боевое искусство намного сильнее. Я их тоже прокачу, потому что мне иногда отбирают оружие, и мне приходится голым руками. Особенно в зданиях это большой бонус. Хорош, хорош, 51. Скоро будет 52. Еще одну тучку сделай. Превосходно. Ах, не смогли до конца сделать, к сожалению. Так, у него нога, у него с ногой что-то проблемы. Нога, 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 нога. Так, Холтон, спасти. Наложить шину. Сделаем вот так вот. О, все, 52 сейчас будет. Папа, 52. Прекрасно. Хорош. А Бип живой там у нас? О, Бипа, кстати, грудак. Он сейчас может упасть в обморок. Упал. Как я и предполагал. Не помещается. А вот так поместится? Прекрасно. Превосходно. Так, без сознания 208 секунд. Бип хуип. Так, шины наложил, прекрасно. Так, теперь нам надо перекантоваться бы немного. Бычары тоже шины наложил только что. Отлично. Нам надо в кроватке залечь. Бычара, ты за Санни иди, ты иди за Холтон. Отлично. Так, бычара, он ничего не сможет взять. Бип, хуип. Вот бип есть. Прекрасно. Так, Саня, бери чику. Поднять. Давай, ложи ее в кроватку. Положи в кроватку. Это не... А, это не мое, ёптать. Подожди, а где тут можно в аренду взять? Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Здесь, наверное, есть кроватка. В магазине должно быть? О, давайте как раз. Человек! Да-да-да, я человек.
Давай продадим тебе все, что не нужно и нужно. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А, да, и оружие ненужное тоже. Нахер, надо продать. О, боже, сколько тут всякого хлама у меня. Кожу, в принципе, можно пока продавать. Потом будем охотой заниматься, когда будем производством заниматься. Мы, ребята, возьмем кожу. Так, возьмем всю рыбу возьмем. Так, до пипы кто-то там докопался. Я говорю, ох, едеть, тут их трое. Бип, живи. Живи, Бип, живи. Бип, хуип, давай, живи. Идите сюда. Помогите Бипу. А что он там делает, дебил? Бип, ты что там делал? Бычара, иди сюда. Так, Холтон в коме. Мне кажется, пора Саня отдавать оружие. Давай, пошел. Вот хоть будет отбиваться немного, потому что у него уже проблемы большие со здоровьем. Бип, живи. Так, бычара бежит. Давай, если Холтона нет, то охраняй этого. Так, этот без сознания. Отлично. Блин, сколько их тут. Я не знаю, что будет у людоедов, ребята. Но пока дойдем до них, мы уже сами прокачаемся. Намного сильнее будем. Ловкость 80. Боевое искусство 72. Хорош. Молодец. Так, ну, лутаем тогда их полностью опять. И продаем все необходимое. И не, ой, вернее, ненужное. Давай, братуха, вперед, пошёл. Почему автолутание не работает в этой игре, а? Интересно. Хотел бы узнать. Лечим, лечим, лечим. РТ всем лечим. Бип-хуип, давай. В деревушку, в деревушку, в деревушку. Все, 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 все в деревушку. Пошел, пошел, пошел. Ну, здесь, я надеюсь, мы сможем положить. Да, 200 рублей заплатили, ну положили. Иди спать сюда. Подожди, у нас две кроватки всего лишь. Ну это жесть. Это бан. Все прекрасно. Ты можешь здесь купить много робототехники. Давай, 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 давай. Покажи мне. Я лучше тебе продам все это дело. Хоп, 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 хоп. Чипунь. У него 13 тысяч всего лишь, это мало. Йенталь очень мало. Тут столько мяса у бычары, он просто шикует сегодня, ребята. Так вот, все продаем нахер. Все продаем. Вот так вот, так у нас уже 49 тысяч. Просто невероятно. Ты Рой? Да, Бип, у меня Рой. Бип-хуип. Пойдем. Давай за ним. Охраняй, Сани. Где тут у нас магазин? Вот он. Магазин, магазин. Мясо продаем, все это дело продаем. И вот так вот. Все, ребят, 70 тысяч. Мы богаты. Яйца тащат. Это, по всей видимости, эти клюквастые, или клюкастые, или клюквастые, наверное, твари, да? Так. Они сильно разозлились, потому что я недавно зачищал их гнезда. Вот, ну, придется подождать, пока все не оклемаются. К сожалению, пока что две кроватки я вижу, больше их нет. Вот здесь что-то будет. Ты здесь не сможешь, Саня, поспать? Это не мое. Понял, понял. Блин, по идее нам надо уже базу строить, ребята. Я думаю, базу нам надо найти. Построить где-нибудь. Либо мы можем снять, ну, купить квартиру, дом. Мы будем под защитой. Выучим хорошие прям все необходимые. Ну, ядро там надо будет, да? Ну, и вообще книги все выучить. И где-нибудь в пустыне построить базу. В пустыне, ребята. Где мы будем производить коноплю, еду, прям в пустыне. Технология позволит это сделать. Поэтому
пока будем выздоравливать. А там дальше больше посмотрим, чем займемся. Конечно, пойдем к людоедам. Чуть-чуть пошикуем у них там. Кстати, ребята, нашел интересную штуку в игре. Ну, это не эксплойт, я думаю. Чтобы постоянно заставить, чтобы ну, люди ходили, да, чтобы прокачивать. Я сейчас перегружен, хожу. У меня максимальный носимый вес 48 килограмм. Во время ходьбы я, конечно же, как бы прокачиваю, да, свою Холтон. Как заставить ее постоянно ходить? Обычно я раньше как делал? Просто следовать за кем-то. Но тут NPC часто он останавливался. Я поставил построение искусственный интеллект военный. Можно любой поставить, можно караванный. Случайно, не знаю, работы нет. Военный поставил. И вот ее я приказываю, чтобы она делала обмен с Санни. И вот так вот. Смотрите, что происходит. Она пытается загнать Сани, Сани отходит, соблюдая военное построение. И вот так вот происходит. Просто круг делают и все. И вот потихонечку прокачивают, смотрите. 92, 94, 95%. Сила, ну и ходьба, атлетика тоже не так сильно прокачивается, да? Но еще у нас скрытно прокачивается, потому что я присел. По сути, с какого-то движения, когда еще происходят драки, и прокачка происходит просто, ну, молниеносно со скоростью света. Вот такой вот, можно сказать, интересный случай. Да, если играете, хотите прокачать, куда-то отошли чай попить, можете вот так вот поставить в городе, в безопасном месте, и вот так вот можно ходить постоянно. Главное, следите за едой, чтобы еда не закончилась. И ладно, погнали дальше. Друзья, мы зашли в скрытый лес. Эта локация находится здесь, а вот равнины каннибалов. Но здесь уже началось. Правда, здесь тощие людоеды. Ну, тоже людоеды. В общем, мы будем сейчас спасать, скорее всего, кочевников. Давайте их спасем. Погнали. Надеюсь, мы затащим катку. Нас не убьют. С нами ничего не произойдет. Давай. О, бычара куда-то пошел. Не надо. Подожди, я с тобой хочу обменяться. Подожди. Бычара. Я ему хочу скинуть все тяжелые вещи. Чтобы мы смогли... Бычара, стой, пожалуйста, стой. Стой, пожалуйста, стой, стой, стой. Хорошо, спасибо. Спасибо, быч... А, нельзя положить. Ну ладно, давай тогда так скинем. Через shift, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, чтобы немного облегчить нашего Санни, чтобы он смог нормально, порушечно затащить катку. Так, а что здесь у нас, кстати? А, здесь у нас еда. Еда, это очень важно. Это очень важно. Ну что ж, в общем, как-то так. Погнали, сейчас отпустим этого чпульчика. Тощий людоед. А, так вот, минус. Саня, пойдем. Пойдем сюда. Где-то здесь у нас что-то происходит. Подожди. Вот здесь вот. Так. А, он уже сам... Справился очень хорошо. Очень хорошо. Все за мной, все за мной, все за мной. Так, барашки тут у нас ходят. Это волк. Ну что, погнали? Погнали, господа. Ох, сейчас будет весело. Холтон, кстати, за нами не успевает. Это очень плохо. Она перегружена. А, поехали все тогда. А, давайте выберем Холтона и Сани. Да, как-то так. Вот так вот будет лучше. Сохраняемся на всякий случай. Опа, а тут у нас деревня. А в деревне мы, интересно, можем что-то купить? Продать. Я хочу продать вот это железо все. Я уже устал сейчас прокачиваться. Накопал медь, железо еще побольше. Сейчас посмотрим. Да, здесь у нас полноценная деревня. Я, кстати, впервые здесь нахожусь. Я надеюсь, меня пустят, нет? Что там говорит? Убийство людоедов заглушает воспоминания. Охотник... А, это охотники на людоедов. Я их как-то встречал в этом мире. Вроде бы они нас пропускают, ничего не делают. То есть они жрут только людоедов. Кстати, мы сможем здесь недвижимость купить? Я бы здесь купил недвижимость. Если это возможно вообще. Вряд ли, ребята. Я не вижу. Нету. Нельзя здесь недвижимость купить, к сожалению. Ладно. Давай посмотрим, какое оружие у них здесь продается. Мне очень интересно, у меня тем более бабло есть.
А где продавец? Аб Акран покинул нас. Я предала своих святых братьев. Что я наделала? Чувихи говорит. Так. Они же ненавидят женщин. Я не вижу этого продавца, ребят. Здесь нет продавца. Ладно, погнали сюда. Старый крепкий дом. Здесь тоже никого нет. Вася, магазины здесь есть? Так, это у нас еда. Там. Нет, здесь что-то такая. Так себе деревня, конечно же. Давай посмотрим, что у тебя есть на вкус. Я надеюсь, не, хоть не человечина. Во, вот это вот сделаем. Медь продаем. Кстати, на меди можно очень хорошо подняться в самом начале. Я вам рекомендую копать медь. Смотрите, у нас уже 92 тысячи. Прекрасно. Возьмем всю еду. На всякий случай. Может, к людоедам идем. Я не знаю, что там. Мы же людей не едим. Хорошо. Вот это вот тоже можно продать, по идее. Что там у Бипа есть? У Бипа ничего хорошечного. Так. Раздадим всем еду. Хорошо. Вот так вот. Брикеты сильно помогают. Очень хорошечно помогает. Так, Бипу. Ба, Бипу не влазить. Давай сюда. Нет, а, подожди. Вот сюда. Чики. Чики. Чики, чики, чики. Чики, чики, той. Здесь что тут у тебя? Вот это вот продадим. А, Бип у тебя заканчивается вот эта шняга. Да, давай сюда закинем одну. Хорошо. Так, у тебя вроде бы и ремкомплект. И все, есть. Давай один ремкомплект сюда. И переставим. Так, далее. Далее, далее, далее. Холтон. Вот ей тоже надо бы вот это все дело скинуть. Скидываем лишние вещи. Они нам не нужны, господа. Угу. Ну, вроде бы все. Мы готовы. Почти готовы. В принципе, рядом есть деревня, где мы можем перекантоваться. А, на крайний случай мы сможем построить все-таки базу. Я, да, я собирался вообще строить их там, где нас атаковать часто не будут. Но, в принципе, здесь тоже можно прокачаться. Я надеюсь, нас никто не перехватит. Холтон, ты что у нас перегружена? Я что-то не пойму. А, ты тащишь эту шнягу. Подожди, отпустите ее. Вот, ну, она у нас все равно перегружена. Да. Это плохо. Это плохо. Так, сани. Сани, ты, получается... Сейчас сделаем так. Бип не ходит за сани. Это тоже не ходит. Вообще все не ходят за сани. Все будут ходить также за Холтоном. За самым медленным персонажем. Так, кто тоже не ходит за... Вот все охраняют. Холтон. Да, так и есть. Охранять. Охранять. Римас ночью не снимай. Ночью ни хера не видно. Ну, давайте разберемся с этими бомжами. Все, разобрались. Все прекрасно. Это кто у нас? Ниндзя-отчельницы. Я надеюсь, они нас не атакуют. Смотрите, очень много фракций в этой игре. Я вот этих ниндзя впервые вижу, ребята. Все, теперь делаем вот так вот. Построение случайны. Да, лучше... В принципе, можем военный. Он будет эпически смотреться, да? Хотя у нас не так уж сильно большая... Толпа, ну, пойдет для сельской местности. Погнали, 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 погнали. Я буду сейчас жрать. Убивать, вернее, людоедов. Я, кстати, впервые на них иду. Походом таким. Это такая довольно очень опасная прокачка. Потому что если ты... Если нас всех положат, нас просто... Опа, смотрите. Мы нашли их логово. Одно из логов. Они тут жрут людей. Смотрите, ребята. Охереть. Куски всякие. Ну, правда, здесь никого нет. Мы здесь, кстати, можем Опа, есть. Есть. Тощий людоед это у нас. Хорошо. Мертво. Ваншотнули, ёптать. Бип, вот. Саня говорит, воп. Вот Бип говорит, блин, как они интересно между собой общаются. Мне вот. Мне очень нравится общение между собой. Так, идем. Все, ребята, мы заходим в запретную зону, в самую, одну из самых опасных зон. Это не самая опасная зона, но одна из самых опасных зон. Людоеды, смотрите, там еще один лагерь есть, я вижу.
Обнаружено здание. А, задание? Или что там было написано? Задание или здание? А, здание вот обнаружено. А вот лагерь. Ладно. Пойдем. Колтон, пошла. Подожди, ты... Ага, все хорошо. Смотрите, ребята, пустые лагеря. А, мы можем даже здесь перекантовать, поспать. Вот здесь они жарят бедных жертв своих. Расчленяют и кушают. Ну, пошлите, смотрите. Если мы здесь, интересно, георазведку проведем. В принципе, железо есть, камень есть. Водоснабжение отличное. А, плодородие, вернее. И вода. Слушай, нормально здесь, можно даже базу строить. У людоедов, правда, не знаю, а торгаши к нам будут приходить или нет. Потому что я как-то помню, базу построил, как ко мне торгаши не приходили. Здесь же, типа, есть система торговли, ты строишь прилавок и все это дело. Что-то пустоваться. А, вот она, вот она, вот она. Так, сохраняемся на всякий случай. Так, это у нас тощий людоед. Долина людоедов, что-то не пойму. Может, они выше чуть-чуть? Это всего лишь тощий людоед. Атаковать всех. Все, пошла мазута. Холтон, тащи катку, тащи. Ну-ка, как у нас Сани сражается? Преемник Тимириуса. Да, смотрите, он очень ловко с ними справляется. Даже многие удары даже умудряется отбить. Знаете, почему у тощих людоедов такие дубинки? Эти дубинки, они в основном оглушают. Жертву они убивают. То есть это как бы, ну, чтобы свеженькая жертва была. Чтобы они уже сами ее расчленяли. Все, мы расправились с одними чуваками. Но, в принципе, эти ребята не слишком опасные, я вам скажу. Опасные ребята находятся чуть выше, наверное. А, подожди, не Сани. Холтон, давай, пошла вперед. Сейчас тоже вне серии я пока шел. Холтон говорит, мы когда-нибудь действовать будем или нет? Есть здесь, ну, кто у нас лидер? Ну, типа... Я так понимаю, говорит, лидера нет. Бип такой, бип. Бип, ты, говорит, не лидер. И тому подобное. Потом она говорит, ну все, я, говорит, лидер. Все, я, говорит, беру на себя ответственность, говорит. Так, интересно, она справится сама? Да, смотри, даже умудряется увернуться. Падающее солнце. Хорош. Ну, в принципе, удар не такой уж хорошечный. Чика. Пошла, Чика, пришла. Сани? Охереть. Ну, если бы Чара здесь вмешался, значит, это мертвый. Так, куда вы все побежали? Подождите. А, добивайте у чувака. Бедного чувака добивайте. Все, хорошечно. Все, пошлите за мной. За Холтоном. Тощий людоед. В принципе, они могут нас брать на измор, то есть... без конца с ними сражаться, конечно, тоже нехорошо. Кто-то тощие людоеды, они нам не нужны. Нам нужны нормальные людоеды, они более опасны, выше, наверное. Погнали, их найдем. Ребята, я нашел какую-то деревню. Возможно, это их логово. Да, это уже конкретные людоеды. Вот этих я как раз и искал. Они... Это даже она. Смотри, какая секси. Вот они жрут людей. Живем. Они их кидают в какую-то яму специально и их там жарят. Вот они жертвы, вот их разделывают, этих жертв. Нормально, правда, в клетках чуть никого нет. Возможно, они голодные. Когда клетки переполняются, смотрите, какие ребята, все в крови эти клетки, охереть. Они начинают их избивать, своих жертв, и потом потихонечку жрать. Вот здесь никого нет. Это что такое вообще? А, деревня людоедов. Хорошо. Че, зачистим ее? Я не знаю, сможем ли нет. Давайте сохраним на всякий случай. Бычара, подожди, куда ты побежал? Бычара назад. Холтон? Ну все, поехали. Это уже мужик людоед. Какой красивый пацан. А? Охеренный пацан. Просто как у нас тут. F7. F7, да. О, красавец. Даже скриншот сделаю. Хорошо, F11 у нас скриншот.
Прекрасно. Ну что ж, поехали, что? Охереть. Ваншот, мазафака. Ну а нахер, падающим соусом прям херанули. Ну, сейчас посмотрим. Вроде катку тащим. Ох, конечность-то падает, смотрите, а. Одна, вторая, третья, четвертая оторванная конечность. Это просто гребаная жесть. Людоеды. Главное, ребята, чтобы они нас не схватили. Это будет просто чмоки-чмоки, обалденно будет. Ну, в принципе, мы более-менее прокачаны. Ничего страшного. Вот она, кстати, та сучка, которую мы должны сейчас чпокнуть. Сиська-то у нее ничего так, да? Ой-ой-ой, вот это уже серьезно. Это уже серьезно, это слишком много народу здесь. Давай, братан, бычара. Хорош. Так, Бип держится, пока у нас никто не полег. Сейчас Линда упадет. Холтон тоже. Вот, Линда, Чика тоже упала, все. Их-то... А, их уже забрали в клетки. Превосходно. Они сразу их лутают, забирают в клетки. Смотрите, здесь у нас кто-то еще есть. Бандит. Верещащие бандиты. Верещащие бандиты называются. Так, своих забрали. Ну, надеюсь, сани не сожрут. Но если сожрут, ну, как бы схватят, то придется их вызволять. Они оружие у них не забирают? Нет, надеюсь. Ой-ой-ой, бычара пришел, всех раскатал. У него очень хороший урон. Прекрасный у него урон, ребята. Бип-хуип, тащи катку. Так, ну придется нам помогать вызволять своих пацанов. Жалко, в этой игре нельзя добивать. Или можно? Нет, вроде нельзя. Санни, ты, интересно, автоматически будешь освобождать или нет? Ха-ха-ха, Бип, ха-ха-ха-ха-ха, Бип. Бип что-то там радуется. Добиваем чпульчиков. Все, Санни, иди освобождай. Освобождаем быстро. А, Чика уже сама освобождает, смотрите. Автоматически. Подожди. Освободить. Сбежать. Скрыть замок. Чика, иди вскрывай замок. Иди прокачивайся. Так, ну, в принципе... А, вот этого чувака. Бычар, иди добей этого чепульчика. А ты иди пока помогай. Так, Холтона нам надо помочь тоже. Ее закрыли. Сбежать. Скрыть замок. Освободить. Ах, персонаж был освобожден. Ну, вроде бы все. Теперь осталось посмотреть, что у них внутри. Может быть, какие-то вкусняшки есть в этих деревнях. Кстати, мы сможем здесь, да, полутать всякую вкусняшку. Коты. А, поймали на краже. Да нахер, какая кража? Катана без цубы, я вижу. Очень хорошо. Отдадим Чики. Ну, в принципе, ладно, пусть она себе пока заберет. Там распределим вот эту шнягу. Хорошо. Так, ну, Саня пока пусть занимается. Кстати, у нас есть стройматериалы. Бычара, подойди, пожалуйста. Отлично, спасибо, бычара. Так. Поймали на краже. Что ты? Какая кража? Я забираю лут. Ну, в принципе, нормально. Здесь. Давай чемодан откроем. Типа ловят на краже, да, ребят? Ладно, хорошо. Стой здесь, стой здесь. Отойдите все, пожалуйста, а? Вы мне мешаете. Так, ну, топливо, шмопливо нам не надо.
Так, первую шнягу мы залутали. Пойдем дальше. Блин, нам надо поспать, кстати. Что здесь у нас? Ух ты! Вот это я понимаю. Это уже более интересно. Подойди, пожалуйста, сюда. Бучара. А, хрен подойдет. Ладно. Давай вот так вот сделаем. Поймали на... Да что ты будешь делать? Какая кража? Вот эти книжки. Важная штука. Давай пассивно сделаем, чтобы она не бегала туда-сюда. Вот эти книжки забираем. Каты забираем. Один кат всего лишь. Ну, пойдет, в принципе, для сельской местности, да? Так, здесь у нас... О! Вот эту шнягу хотел взять. Кому-то надо было одеть, я, насколько помню. Так, 60 катов. Хорошо. А эти, видать, ребятюли откуда-то вылазят. Ну, Холтон, я думаю, сама разберется здесь с лутом, да? Кровопотери. А, это, возможно... Я надеюсь, хоть они не резаются из ниоткуда. Вот это, походу, главная шняга. Сейчас сюда зайдем. Пошли. Да, я как и говорил. Здесь главная шняга. Так, ну... Бычара, подойди, пожалуйста, ты мне нужен. Не в радиусе обмена. Так, пассивно делаем. Не в радиусе обмена. Хорошо. Теперь в радиусе обмена. Так, штаны нам не нужны. Холтони сюда. Хорошо. Хорошая яйца на все начинается. Ну, в принципе, вот это тоже можно все забрать. Мы же будем базу строить рядом, да? Мясо забираем. Я надеюсь, хоть не человечно это. Все, пассивку убираем. Пассивку убираем. Молодцы, ребятюли, без меня разобрались. Очень хорошо. Кстати, надо будет у всех посмотреть. Так, аптечка есть, аптечка есть, аптечка еда есть, аптечка есть, есть. Есть. Или как мне кто-то говорит? Есть, 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 есть. Ну, зачистили мы деревушку. 1, 2, 3. Да, мы здесь были, здесь были, здесь были. Интересно, вкусняшек есть? Отнятая нога, трупоеда. Смотрите, отнятая нога, правая нога трупоеда. А это у нас людоед. Так, ну, первую деревню мы зачистили. Идем дальше. Ух ты! Бандит. А, это у нас эти бандиты. Верщащие или как там? Тощие, верщащие. Они вообще неадекваты. Пусть они жрут друг друга. Похрен мороз на них. Так, ну дальше нам надо... Скорее всего, здесь и город есть. Может быть, там какой-нибудь босс есть. И в этом городе мы, наверное, в следующей серии сделаем забег. Ну, нам надо поспать немного. Давайте разложим своих пацанов. И девчат. Холтон, иди сюда. Так, ну, Бип. Бипа можно положить. Линду можно положить. И Чику. Ну, как-то так. Всех разложили. Всех вот так вот сделаем скрытно, чтобы нас никто не палил. Ничего не делал. Чтобы мы спокойно спали. Играйте в хорошие игры. С вами был Римас. Подписывайтесь на канал. Лайки, дизлайки обязательно тоже не забывайте ставить. И увидимся в следующих видео. До скорых встреч.